В Ульяновске наградили победителей фотоконкурса «Мир без дыма». Участие приняли свыше 700 жителей региона. Главной задачей конкурсантов стало придумать альтернативное занятие курению. Спорт, хобби, увлечения. Спрос на сигареты падает. Люди все чаще предпочитают здоровье вредным привычкам. Все эти наши мероприятия направлены на то, чтобы мотивировать людей к ведению здорового образа жизни. Информировать наше население о факторах риска, которые вызывают заболевания серьезные, особенно заболевания сердечно-сосудистой системы и другие, которые значимо влияют на показатели, на демографические показатели нашего населения. Для конкурсантов было предложено две номинации: «Бережем здоровье с молоду» для ребят с 12 до 18 лет и «Мы за мир без дыма» для взрослых. В каждой номинации люди смогли проявить себя. Идеи для фотографий приходили спонтанно. Поддержать здоровый образ жизни откликнулись представители всех возрастных категорий. Надежде Хиловой 61 год. Женщина творчески подошла к выбору фотографий и стала одной из победительниц конкурса. Там очень интересны фотографии, потому что с детьми каждое лето у нас либо летний пришкольный лагерь, либо палаточный лагерь, куда я постоянно езжу со своим внуком. И так как учителя образ и показатель для своих учеников, я не курю и вам не советую. Поэтому так высоко я взлетаю, как на фотографии. Эмоции переполняли победителей. Конкурсанты испытывали чувство гордости, что именно они стали причастны к этому мероприятию. Курение, алкоголь уже все меньше интересует молодых людей. Я вообще не ожидала. Мне написали, сказали, я была в шоке. Призовой фонд спонсорами был выбран не случайно. Каждый победитель получил подарки, мотивирующие на ведение активного образа жизни. Полезные корзины с овощами и фруктами, портативное зарядное устройство. Я очень рада за наше молодое поколение, потому что вот когда я была маленькая, или я была подростком, у нас не было настолько популярен здоровый образ жизни, у нас никто практически не занимался спортом, никто не думал даже про правильное питание, что сейчас является популярным и, в принципе, уже становится для нас нормой жизни. Фотоконкурс «Мир без дыма» был реализован в рамках нацпроекта «Демография». Проект касается абсолютно каждого жителя Российской Федерации. Поддержка семей с детьми, активного долголетия и здорового образа жизни. Во всех регионах систематически проводится ряд мероприятий, направленных на улучшение качества жизни людей. Александра Никитина, Александр Кудряшов. Новости Ул-Правда ТВ.